Ну, давай. Ну. Вот видишь, как просто. Вот видишь, как. Если что-то надо, сам приходишь. Да. На. На. А не баб своих посылаешь. Да. Она что, к тебе приходила? Да пошел. Оба пошли. Знаешь, почему она это сделала? Потому что она верит, что это не ты. Верит? Она знает, что это не я, понял? Мне плевать на твои обиды. Я найду убийцу Элины и помогу Егору, которого вы загнали в угол. Еще, майор, если это ты, пощады не жди. Ты идиот. Нафига мне вот это тебе тогда отдавать, а? Самому? А? Даже если это не так, смерть Элины и то, что произошло с Егором, на твоей совести. Слава богу, что ты у нас. Никогда не ошибаешься. Да я просто хочу, чтобы ты мозги свои включил. Это кто-то из ваших. Идиот. Как тебе, Виктория? Смешно, как ты выходит. Понял, понял. Надо что-то попроще. Мария. Или нет, Елизавета. Мы будем сейчас. Я люблю тебя. Эй, ты чего? Пьяный, что ли? А где Ирина? Я и сам это знаю. Может, старообрядческий? Привет. Чего ищете? А, ну так это старообрядческий крест. Действительно. Смотрите-ка. Олонецкие старообрядцы. Крест старообрядческий. 19 века. Был распространен в скитах поморских беспоповцев. Вот так. Я ничего не понимаю. Можно человечьим языком сказать? Это Карелия, Боря. Простая наша Карелия. Так. Значит, этот черный человек сам из Карелии? Или его предки оттуда? А что за черный человек? Ну, это тот, кто убивает вместо Егора Задорина. Ну и кого ты собираешься пробивать? Всех из убойного. Мне кажется, ты имеешь в виду какого-то конкретного человека. Глебов? Анализ его крови расставит все точки над «и». У тебя есть его кровь? Да. Нужно пробить биографию всех людей из отдела Зубова. Именно они, так или иначе, всегда фигурируют в сводках по делу Задорина. Найди мне эту Карелию. Нам нужно поговорить. Шершилефан.
Ты иди домой. А ты? А я сам закончу дело Лопатина. Мне нужно найти компромат на Колодина. Зачем? Это залог нашей безопасности. Товарищ капитан. Так, понятые, подойдите сюда. Давайте веселей, веселей. Вы там нашли что-то? Узнаете? Я не знаю, как это здесь оказалось. Я вам уже говорил, когда мне звонил Александр Сергеевич, я был в машине и вез Аню домой. Это мне подкинули. Хорошо. Очень хорошо. Борис Борисович, из СИЗО. Ага. У нас тут новые обстоятельства открылись. Ожерелье убитое, найдено. Спасибо. В машине водителя. Подождите, у Селезнева есть алиби. Так и я о том же. Значит, кто-то вашему подзащитному помогает запутывать следствие. А как вы узнали об ожерелье? Анонимный звонок. Я могу получить запись. Обручен к Лопатину. Кто-то подбросил ожерелье Селезневу, чтобы отвести подозрение от вас. Кто бы это мог быть? Тот, кому вы очень дороги. О ком вы сейчас подумали? Да какая разница? Огромная. Как между тюремной камерой в 7 квадратных метров и особняком в 700. Выкладывайте. Эта женщина мне очень дорога. Из-за нее я чуть разошелся с Мариной. Хотел начать новую жизнь. А вы не думали, что именно она убила вашу жену? И из-за нее вы здесь? Думал. Но давайте договоримся. Вы не будете строить мою защиту на ее обвинение. Я отдам вам то, что вам нужно, но при одном условии. Каком? Она должна остаться на свободе. Договорились? Я вас понял. Вы обещали. Кто она? Вера, наша горничная. Да! Борис, пришли результаты экспертизы. Кровь Глебова не совпала с третьим образцом. Значит, не он. А вот с Карелией все намного удачнее. Кто? Ну не томи, Вить. Андрей Николаев родился в Петрозаводске. Республика Карелия. И все его родственники тоже оттуда. Надо было сразу, понимаешь, сразу их обоих отрабатывать. А ты зациклился. Да, о него я действительно не думал. Да я понимаю. Из-за того, что он тогда приехал на встречу с Егором в тайник, не один, а с кучей ОМОНа. Это меня и запутало. Здорово. Я у Рябова был. И что? Чего нет, больше Рябов умер. Провидцем не надо быть, чтобы понять, из чего он умер. Я чего же? От передоза. Да. Ты что, его оплакиваешь, что ли? А при чем ты это, Андрей? Ты был единственный наш свидетель, на котором строилось все наше обвинение Егора Задорина. А это да. Все, единственный, больше нет. Слушай, а ты что, веришь Аврутину, что Задорин не убивал? Почему это Аврутин? Я своими глазами вижу, что у нас не складывается обвинение. Ну хорошо. Черный человек есть. Он действительно гоняется за Задориным и убил его подругу. Это не исключает того, что Задорин мочил барыка и убил нашего друга. О, товарищ адвокат, а вы дверь не ошиблись случайно? Нет. Мы можем поговорить наедине? Пожалуйста. Чем обязан такому счастью? Экспертиза тебя исключила. Кровь в доме не твоя. Ого! Аллилуйя! Чуд какой, а? Я подозреваю Николаева.
недалеко ты ушел. А ты бы прям при входе нос разбил, был бы его ДНК. Чего это? Ты можешь упираться сколько хочешь, но ты ведь тоже подозреваешь его. Конечно. Этот крест отец Задорин нашел в руке убитого Волкова. Он из Карелии, как и сам Николаев. Сделай свою работу, майор. Добрый день. Это Борис Аврутин, адвокат Александра Сергеевича. Задержан Михаил Селезнев. У него найдено ожерелье убитой Марины. Да, я в курсе. И что это значит? Это он? Нет. У него железное алиби. Так, а я могу как-то помочь? Вы не могли бы говорить потише? Я бы не хотел, чтобы в доме вас кто-нибудь услышал. Да, конечно. А у вас есть какие-нибудь предположения, кто мог подбросить ожерелье водителю? Нет, я не знаю. Может быть, это был сообщник Лопатина или настоящий убийца? Вы простите меня, пожалуйста, я правда ничего не знаю, я всего лишь горничная. Ну что ж, хорошо, спасибо вам большое. Хорошего дня. До свидания. Вы простите меня, пожалуйста, я правда ничего не знаю, я всего лишь горничная. А зачем вы записывали наш разговор? Ожерелье убитой Марины Лопатиной спрятано в машине водителя Селезнева. Вот заключение экспертизы. Этот анонимный звонок совершили вы. Вы намеренно запутали следствие по поводу причастности Михаила Селезнева к убийству Марины Лопатиной. Заключение экспертизы пока не официальное, и у вас есть шанс написать чистосердечное признание, пока господин Сизов не прижал вас к стенке по всем статьям. А за что? Да, я нашла ожерелье в машине Селезнёвой, и я сообщила об этом в полицию. Сделала это анонимно, потому что я просто опасалась за свою жизнь. У вас была связь с Лопатиным? Нет. А я сегодня с ним разговаривал. Как интересно. А вас? И что же он сказал? Он сказал, что вы родной для него человек. Да, это я подкинула ожерелье. Я хотела помочь Саше. Нет, вы поймите, человек не должен отвечать за то, чего он не делал. А как вы знаете, что он этого не делал? Может, потому что это вы убили? Не несите чушь. Теперь Марины нет, вам никто не мешает, можете выйти за него замуж. Я никого не убивала. Я не виновна. Это ошибка, я не виновна! Где вы были в тот момент, когда было найдено тело? Где-то в доме. Точно не в комнате Марины. Конкретней, пожалуйста. И подумайте, кто ваши слова может подтвердить. Так, ну, примерно в это самое время… Слушайте, меня видел Селезнев. Нет, конечно, я видела, как он с пьяна на спускался по лестнице. А примерно где-то через минуту из ванны вышел Александр Сергеевич. Да, но мы знаем, что Селезнев и Анна покинули дом еще до убийства. Так что, как алиби, это не катит. Стоп. Расскажите еще раз про встречу с Селезневым и Анной. Только, пожалуйста, попытайтесь вспомнить во всех подробностях. Тихо, тихо. Давай, не споткнись. Миша, куда ты меня тащишь? Миша, руки высокие, Миша. А поехали, поехали. С Анной все в порядке, Селезнев повез ее домой. Знаю, разговаривал с ним по телефону. Стоп. В тот момент, когда Лопатин вышел из ванной, Селезнев и Анна 15 минут были в дороге. Да. А вы говорите, что они
даже не вышли из дома. Да, не вышли. Вы опять пытаетесь следствие запутать? Мы знаем, когда был совершен этот звонок, с точностью до секунды. Она не врет. Не понял. Нам нужны записи с камер видеонаблюдения ГИБДД. Добрый день. Вопросик есть один. Выйдите, пожалуйста. Что случилось? Да тут у нас какая-то путаница получается. Смотрите. Согласно камерам слежания ГИБДД, на трассу вы выехали в 15:40. А звонок от Лопатина был в 15:17. Получается, что расстояние от дома до трассы в 1 километр вы ехали 23 минуты. Не многовато ли? Да дело в том, что Ане плохо стало, и пришлось остановиться там, недалеко. Надо же. Аня-то как раз говорит, что вы ехали очень быстро, нигде не останавливались. Это вы убили Марину Лопатину? Стоять! Давай без глупости. Лопатин ревнивый, как все бабники. Представила меня к жене. Я должен был ему все докладывать. Куда пошла, что делала, с кем общалась. Я все время был с ней. У вас был роман? Как? Потом оказалось, роман был только у меня. А у нее так. Вера вызвала меня, чтобы я забрал Анну. В коридоре я услышал, как ссорится Лопатин. Стоял у двери, послушал. Потом отошел, дождался, когда уйдет Лопатин, и вошел к Марине узнать, что стряслось. Алло. Везу Анну домой, как вы и просили. Да, хорошо, Александр Сергеевич, да. Что случилось? Она прислала ему запись Касина как компромат, и он поверил. Я чуть не задушила его. Я душил? Да. Душил? Он мне не верит и хочет развестись. Развестись, Марин, а? А может быть, это и к лучшему. Все встанет на свои места. Ну, он будет с этой своей Верой, а ты будешь со мной. Марин, выходи за меня замуж. Милый мой, я тебя обожаю. И в постели ты бесподобен. Но рядом со мной не твое место. Ты не мой муж, представляешь? Я понял. Хочешь быть одна? Да не вопрос. Но вот он разведется с тобой. И что, а? Подожди. Так это ты прислал ему видео. Только ты знала о кастинге. Вот стой, стой, стой! Это все ты! Да успокойся, я говорю! Полиция уже гонится за мной. Да. Мысли перемешались. Впрочем, как обычно, да? С другой стороны, правду говорит. Анна говорила без умолк, мешала сосредоточиться. Мне хотелось выбросить ее из машины. И вдруг я понял, что могу использовать ее. Я сделал вид, что меня в беззвучном режиме на вибрации звонит телефон.
и слово в слово воспроизвел разговор, который состоялся 15 минут назад. Слава, босс звонит. Алло. А, да, везу Анну домой, как вы говорили. Да, да, хорошо, Александр Сергеевич. Вы можете думать, что хотите. Я любил Марину. И не собирался ее убивать. Не закрывайте. Ну, наконец-то. Спасибо, Борис Борисович. Надеюсь, вы не забыли про наш уговор? Нет, не забыл. Просто передумал. В смысле? Колодин мой партнер. Если его дела пойдут под откос, я покачусь вместе с ним. Вы дали слово. Ну, а что мне мешает забрать его обратно? Я прямо сейчас отсюда поеду к Колодину и скажу, что вы держите на него компромат. Колодин узнает, что компромат от меня, меня убьют. Надеюсь на вашу порядочность. Привет. Меня ждешь? Жду. Что хочешь? Я нашел того человека. Какого человека? Того самого, из-за которого стреляли моего отца. Не просто нашел. У меня серьезный компромат на него. Помощь моя нужна? Я просто не знаю, что теперь делать. Кто он? Очень серьезный человек. Я бы оставила все как есть. Да я 20 лет этим жил. Тогда зачем меня спрашиваешь? Ну, думал, что ты должна быть в курсе, что происходит в моей жизни. Ты поднимался, Марта дома? Нет, она на тренировке. Угу. А что у вас там с этим Иваном? Все в порядке? Боря. Я просто переживаю за тебя и Марту. Я пытался с ней говорить. Ты извини, мне надо домой. Через полчаса совещания, нужно документы забрать. Алло, Света. Материалы у меня.
Если хочешь, можем вместе посмотреть. Подожди за дверью. Я потом прочитаю. Я просто понять хочу. Что у тебя вот тут? Вот здесь вот. Что у тебя здесь вот, Андрюш? Да ненавижу я их просто. Из-за них столько людей гибнет. Вот и все. Склероза тут ни у кого нет. Вот только Аня твоя. Она ведь сама из окна выпрыгнула. А знаешь почему? Потому что тебя рядом не было, Андрюша. Ты ведь очень занят был, да? Бухал, горе заливал. Упоминал ребеночка своего не родившегося. Плохо тебе. Плохо, да, Андрюш? Как тогда? Это ты во всем виноват. Я? Тебе надо было тогда просто выйти на пару минут и все. И ты бы им вены иголочки-то воткнула, да. А возвращаюсь, они уже мертвые, да? Да, что тебе эти барыги долбаные, а? Что? Ну взял ты их, посадил. Они выйдут через 3 года и опять будут людей убивать. Аня. Вот именно. Аня. А Петровский? Андрюх, ты же с ним в одном кабинете 10 лет просидел. А парень этот из больницы. А Волков? А Элина? Она же беременна была, представляешь? Да, Андрюха, натворил. Натворил. Ты прости меня, Вера. Я же просто понять хотел. Вот здесь вот осталось у тебя, что ли? Осталось, вижу, осталось. Сизо, глаз с него не спускай. Светлана мне только тут не хватало. Не хотел убивать Петровского. Трагическая случайность. Тогда, в тот вечер, он пришел за Давлетовым. Андрей выяснил, что наркоманы, которые изнасиловали его беременную Аню, барыжили под Давлетовым. Есть чай? Кофе.
кокс, кислота. Первый нормально, не туфта. Туфтой не банчим. Чистяк. Рамулечку первого сделай. Лады. Он просто хотел отомстить за Аню. За своего ребенка. Ну что, Давлетов, оправдали тебя? Значит, ты у нас не барыга, а законопослушный гражданин. Слышь, погоди, погоди, погоди. Не гони волну. Убери ствол. Договоримся. Не договоримся. О, это ты здесь. А мы там с Дениской в бане. Нет. Андрюх, а ты что творишь-то? Я тебе сейчас все объясню. Да. Только ты это... Спокойно. Подожди. Да сейчас, быстро. Подожди. А ты что, меня убил, что ли? Давлетов должен был стать последней жертвой. Завязать, значит, хотел, да? Хотел. Да не вышло. Сначала Аврутин освободил Задорина, а потом ты начал копать под прошлое убийство. Как можно быстрее попало в эфир. Здесь располагайтесь. Все. Ну, сейчас, сейчас. Секундочку. Можем? Да, можем начинать. Обстоятельствами, открытыми в ходе расследования, я уполномочен заявить, что с Егора Георгиевича Задорина, ранее объявленного в федеральный розыск, снят все обвинения. Следствие признает свою ошибку и приносит извинения. Я обращаюсь ко всем, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения Егора Георгиевича. Незамедлительно позвоните по телефону, который вы видите сейчас на экране. Суицидник на ТТК у Сити. Походу, надо дурку вызывать. Я туда пойду. Себя никогда не прошу. Я вас никогда не прошу. Клянусь тебе. Эй, ты чего задумал? Звать тебя как?
родным позвоним? Жена? Дети у тебя есть? Твоим позвоним. Внимание, это Егор Задорин, 93-го года рождения, в федеральном розыске. Особо опасен. Ты Егор Задорин. Егор, мне будет хорошо. У нас будет ребенок. Вы куда? Туда. Психолог? Почти. Угу. Сержант! Пушку убрал! Егор! Посмотри на меня! Закончилось. Настоящий убийца найден. Слышишь меня? Все будет хорошо. Что будет хорошо, а? Что будет хорошо, а? Что будет хорошо? Что будет хорошо? Ничего уже не будет. Ничего хорошего. Это моя вина. Дед. Ты прости меня. Его же посмотрел? Нет еще. Я прежде всего хотел бы... Попросить прощения? Да. Я здесь только в качестве журналиста. Мне интересно, чем все это закончится. И я хочу быть первой, кто об этом напишет. Спасибо, что пришла. Стань, дура, ни с кем я не спал! Чё? Ты патент конченый. Как я могу быть патентом, если спал с твоей подругой? Значит, все-таки спал. Ну не с тобой же спать. Сука, ты фригидная. Спал. 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 Представь себе. Дарин, ты чего? Борис, серьезный компромат. Что ты собираешься делать? Поеду к Колодину. Зачем? За правдой. Понимаешь, что это очень опасно? Да. Поэтому этим делом буду заниматься только я. Боря, послушай. Только я.
Колодину. Проходите. Руки. Оружие есть? Нет. Это обязательно? Вернем на выходе. Пройдемте. Хочу, чтобы вы признались. Что я подставил вашего отца? Да ваш отец сам был виноват. Не хотел договариваться. Виноват, как эти 16 строителей, как Ракитин и Ершов. Сколько их вообще там было? Да много, много, Борис. 80-е. Странное время было. Я тогда понимал, что все вокруг изменится. Да многие понимали и пристраивались. Я тогда думал, что я поступаю правильно. Я надеюсь, вы раскаиваетесь в том, что совершили. Вы хотели признания, я вот это сделал. Что вам еще нужно? Деньги? Сколько денег? Скажите. Лучший иностранный колледж для вашей дочери. Благотворительный фонд невинно осужденных. Все для вас. Что для вас сделать? Вы должны сделать официальное признание. Да сколько лет прошло? Все забыто. Кому это надо? Время-то ушло. А с деньгами вы можете стольким людям... Хватит благотворительностью прикрываться. Вы меня сейчас пытаетесь купить, как 30 лет назад пытались купить моего отца. Вы боитесь, что правда выйдет наружу, и все узнают, кто вы. Да я не боюсь за свою репутацию. Я просто не хочу, чтобы моя дочь услышала вот все эти сплетни. Вот это не очень важно. А остальное все это... Займитесь своими делами. Поговорите с дочерью. 2-3 дня вам хватит? Через 3 дня я жду вас у себя в офисе. Мы вместе с вами выйдем на пресс-конференцию. Я даю вам гарантию, что за давностью лет вы не получите реальный срок. Если через 3 дня вас не будет, вот это окажется на столе у прокурора в полном объеме. Вы или ваша дочь. Мне приходил Аврутин. Он вынуждает меня сделать признание. Но ты же понимаешь, что я за собой потяну и тебя. У тебя есть 3 дня, чтобы уладить эту проблему. Громкий скандал в
рядах полиции. Серийный Аркаш. Убийца, жертвы которого несколько месяцев чего? Назад стал полицейский Андрей Петровский. Это из-за этой истории у тебя были проблемы? А капитан полиции Андрей Николаев. Да. Его уже нарекли русским Декстером. Жертвами Николаева за последние несколько месяцев стали 4 наркодилера. В своем стремлении очистить город от наркоманов, Николаев убивал ни в чем не повинных граждан, которые просто поневоле становились свидетелями его деяний. В связи с тяжестью преступлений Николаеву грозит пожизненное. Я сейчас приеду. До суда он будет помещен в следственный изолятор. Давай так. Если я через полчаса не позвоню, вызывай полицию. Аркаш! Ты что, серьезно поверила, что ли? Сейчас я приеду. Я да, Врутин. Надо было ему рассказать, что тогда все сразу, а то как-то нехорошо. Ты меня дождешься? Да. Точно? Да. 100%? 100%. Мне с тобой очень важно, нужно поговорить. Хорошо. Люблю тебя. Оп, там живу. Прям 100%. 100%. Смотри у меня. Ой, на всех документах твои подписи. У него есть большие деньги и нужен козел. Так что дружно валим Аврутина, или ты с ним пойдешь левым крайним. Вот так скоро дела будут делаться. Другие времена грядут. Да ваш отец сам был виноват. Не хотел договариваться. Вы меня сейчас пытаетесь купить, как 30 лет назад пытались купить моего отца. Вы боитесь, что правда выйдет наружу, и все узнают, кто вы. Через 3 дня я жду вас у себя в офисе. Мы вместе с вами выйдем на пресс-конференцию. Вы или ваша дочь. Дружище, ты явно не по моей душе. Я так к подруге на день рождения. Просто подъездом ошибся все слова. Давай пойду. Ладно? Парень, беги. Говори или прострелю. Ты не выстрелишь. Еще какая. Кто прислал тебя? Считаю до 5. Говори, колонин! Пап, я не понимаю, почему завтра-то я должна улететь? Почему такая спешка? Ну, ты же сама хотела маму увидеть. Хотела. Пап, все нормально? Да, конечно.
Никита Колодин. Только компромат сейчас способен его остановить. Нужно, чтобы это попало в эфир. Чтобы это стало анонсом сенсации. Ну, что-то типа вроде стали известны скандальные подробности по делу дочери Колодина. Может быть, стоит остановиться? Нет. Я прошу тебя, сделай это для меня.